Главные полицейские в преддверии Нового года собрались за столом с крепким алкоголем, но не для того, чтобы отпраздновать, а чтобы на итоговой пресс-конференции рассказать, как не попасть на уловки мошенников и не купить на новогодний стол контрафактное спиртное. Чтобы проверить приобретенный напиток на подлинность, нужно в своем телефоне установить приложение, которое называется «Акцизконтроль». С помощью камеры отсканировать штрих-код на акцизной марке, и сразу после этого вам станет известно, в каком магазине был приобретен алкоголь, а также кем и когда изготовлен. За текущий период на территории Красноярского края пресечена деятельность 7 подпольных цехов, которые осуществляли свою деятельность как на территории города Красноярска, так и в районах Красноярского края. То есть у нас город Лесосибирск был, Емельяновский район, Канский район. Также полицейские рассказали, как не получить фальшивые купюры. В предпраздничных хлопотах преступники рассчитывают на снижение бдительности людей и активно начинают этим пользоваться. Как сообщили полицейские, преобладающим большинством подделок являются 5000-ные банкноты. В этом году полицейским удалось предотвратить 147 попыток рассчитаться фальшивками. Первое, кому попадают эти купюры, это наши граждане. Именно от их понимания и от их знаний многое зависит, в том числе и к вопросу установления потом фигурантов, которые сбыли, и в их наказание, в их установлении, поимки и наказания.